Всем доброго времени суток. Сегодня у нас понедельник. В субботу наш самолет. Нам нужно заранее подготовиться. Сейчас нам нужно сходить в сотовую связь, остановить наш контракт за телефон, за интернет. И точно нам нужно оплатить то, что мы выкинули наши шкафы. Так надо их сфотографировать. И еще мы хотели... Что мы хотели сделать? Не помню. В общем, попробую все рассказать. Из города мы выезжаем в среду с утра, потому что коронавирус, и нужно еще сдать тест. И плюс у нас собака. На собаку тоже нужно сделать документы. А ветконтроль не работает по выходным, а мы вылетаем в субботу в 8 утра. Поэтому нужно будет в пятницу туда идти. В общем... Начинаем наш сериал «Back to Russia». Погнали! Расскажет лучше. Ну-ка, расскажи, папа, куда мы идем? Мы идем распечатывать документы. Ага. Потом мы идем в дом Самусов. За наклейками на мебель, которую выкинули. Потом приостановка сотовой связи. И интернета. Да, от Кити. И. А, еще мы хотели рубли купить. Российские деньги, да. Да, потому что если тест на коронавирус можно сдать в аэропорту, то, возможно, мы будем сдавать в аэропорту. Спасибо. Ну все, мы идем. Распечатают свои бумажки. Так, что мне нужно? Вот это нужно. Мне нужно две. Все, печатается. Такой центр. Здесь продают канцелярку, и можно распечатать документы. Сейчас заберем мои документики. Так, надо флешку свою забрать. Выглядит офис. У них можно на компьютере распечатать документы. Все, документы распечатали. Пойдем дальше наклейки покупать на мебель. Собственно говоря, вот это здание, где можно распечатать. И вот соседнее здание, Дон Самусо. Сейчас пойду объяснять на своем ломаном корейском, что мне нужно. Сейчас пойдем. Скажем, что нам... Нужны наклеечки. Все, я купила стикеры. Один стоит 5000, а второй стоит 6000. Это когда надо выйти? Сегодня он сказал, чтобы мы приклеили, и завтра утром приедет машина, вывезет. Они адрес спрашивали? Да, вот адрес наш указан. И для того, чтобы вписали адрес, нужно еще ID-шку дать. Они записывают имя, адрес и что еще? А, номер телефона еще записывают. Все, идем дальше. Все, мы дошли до офиса Кейти. Чуть не умерли, жара такая. Я не представляю, в Питере сейчас еще жарче. Пойдем останавливать наши услуги. У нас контракт был на 3 года, прошло только 2, что мы 2 года живем в новой квартире. Не знаю, сейчас попытаемся приостановить. А что, у них там тоже надо записываться или не надо? Чё? Мы первые в очереди. Все, мы приостановили наш интернет. Интернет можно остановить максимум на 360 дней, то есть почти на год. Телефон приостанавливается на
3 года, затем автоматически он включается и будут ежемесячно снимать там по 3 с чем-то тысячи вон. Но это фигня, я думаю, если что, Вадим приедет сюда раньше. Все, идем в банк, попытаемся купить рубли. А тут в банке очередь. Сейчас попробуем у них рубли взять. Что Маркоша делает? Изучает здание, пока папа там деньги покупает, да? О, папа деньги купил. Папа купил деньги. Чё, сколько купил? 6 тысяч рублей? За сколько? 100 тысяч. Вон. 100 тысяч, вон. Все. Теперь у нас есть 6 тысяч рублей. Мы богаты. Ага. Пойдем дальше. Все, приклеила наклейки на нашу мебель. Завтра утром ее увезут во вторник. Все. Прощай, мой стол. Ты служил мне верой и правдой. И деревья наши тоже тут остаются.